братишки и сестренки, всем доброго времени суток, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем замечательном зомби-сервачке под названием «Жизнь после эпидемии». Ребят, давным-давно не заходили, не играли. С сегодняшнего дня я вам уже обещал, в принципе, с этой недели буду минимум 3 видеоролика по своим зомби-серверам и пабликам, вообще по своим просто серверам снимать каждую неделю, как минимум 3, поэтому, ребят, будет много контента, будет очень интересно. В принципе, усаживайтесь поудобнее, ребят, с вас лайкосик, подписочка на канал, конечно же, нажимайте на колокольчик. Но мы, в принципе, начинаем, братишки. На «Жизнь после эпидемии» довольно-таки неплохой сейчас онлайн, 9 человек играет. Учитывая то, что еще не вечер, ребят, я думаю, достойно, в принципе. Довольно-таки неплохой онлайн, поэтому жду вас всех, поиграем. Здесь цены на привилегии безумно-безумно дешевые, ребят. Сейчас я вам покажу, самая максимальная привилегия стоит здесь очень дешево. Также самая минимальная, випочка всего лишь 25 рублей, ребят, это прям вообще копеечки. Поэтому смотрите, вот, ребят, цены на привилегии, можете поставить на паузу, посмотреть. Привилегии продаются через онлайн-сайт киберрегион.ру. Заходите на сайт, выбирайте сервер «Жизнь после эпидемии», выбирайте любую привилегию от VIP до создателя, выбирайте срок на месяц, на 2 или навсегда, и в принципе оплачивайте любым способом: Kiwi, Яндекс, Вебмани, с баланса телефона, любой картой, Visa, Maestro, MasterCard, и в принципе придумайте ник с паролем, и все, и после смены карты у вас сразу же появляется привилегия, вы наслаждаетесь игрой и играете вместе со мной. Давайте покажу вам ножи вообще, ребят, все, что они из себя представляют. Для обычных игроков доступны вот такие вот когти. Далее получается, ребята, для випов уже за 25 рублей вот такой вот Warhammer красивенький. Дальше для боссов эльф, для привилегий мега паладин, для лордов вот такая вот коса классная, электрозаморозка для кингов. Далее у нас идет, получается, давайте подарочек соберем, халявные мопаки. Вот такая вот заморозка, ребят, классная. Вот замораживает зомбака, он ходить просто двигаться не может. Далее получается импульс поджигания для привилегии аркана. У нас брони остается очень мало, нужно следить за ней. Вот такое вот поджигание, ребят, просто огонь зомбака идет. Вот классно, тоже вот урон довольно-таки неплохой, мы можем вот так дамажить всех зомбаков. Далее получается у нас коса Грина Трава для привилегии Дарка. Вот такая, ребят, тоже классная, тоже красивая. Мне она безумно-безумно нравится. Иди сюда, братишка. Вот такая вот отрава. И последний нож, это у нас Мурасаме Антидот для создателя. Вот такой вот просто меч классный, ребят. Безумно, реально, согласитесь. Еще электрические такие разряды по бокам вообще, вот по экрану. Я думаю, вы это тоже видите. Подходим к человечку, нажимаем, и он возрождается. Это тоже довольно-таки здорово. Можно мне две лазерные мины на сервачке. Кто не помнит, ребята, кто не в теме, вот такие вот лазерные мины. Их также можем вот так поставить, чтобы зомбаков дамажило. И идем дальше. По классам зомби. Классик баланс, веном, щит, хил, невидимка, инвиз, деймос, обезоруживание, абаддон, ульта, реверант огонь, реверант лед, Чейзер скачок, реверант молнии и демон летает. Давайте его для создателя возьмем, его, он безумно классный. Так, давайте сейчас паренька попробуем, опа, возродить, получается, на халяву, по красоте вот так паренька взяли и возродили. Гранаты, ребят, граната огненная вот такая, Angry Birds, и граната заморозка тоже вот такая, с эффектами Angry Birds, очень красиво смотрится, и прям наполняют игру такой классной атмосферой. На этот раз ничья. Так, цены на привилегии еще раз, вот пока раунд не начался, можете поставить на паузу, посмотреть, ссылочки будут в описании. Обещаю, ребят, с сегодняшнего дня просто каждый, целую неделю я буду снимать каждый день, ну, через день вообще видеоролики по своим сервачкам. Посажи меня полностью зомби 1, сожди меня полностью зомби 2, жизнь после эпидемии обязательно буду раскручивать, сейчас уже стабильно играть на нем и в принципе выживать даже больше, чем на остальных других серверах, и будет здорово. Поэтому, ребят, закупайтесь привилегиями, пока они очень дешево, можно сказать, пока скидки, мега скидки, то есть випка навсегда всего лишь 75 рублей на месяц, всего лишь 25, то есть функций безумное количество, и играть становится реально очень-очень круто и здорово. Давайте возьмем паладин себе, не знаю почему, или эльф. Давайте эльфа возьмем, пускай будет эльф. Броню с вами закупим, лимит брони здесь 250, и купим с вами 3 лазерные мины. Сейчас, короче, 3 лазерные мины закупим и возьмем себе бесконечно патроны и нет отдачи. Так, все,
пистолетики закупать не буду, вот ВСКшку можем только купить, вот такая вот классная. И, в принципе, поставить уже лазерные мины где-нибудь вот здесь, чтобы дамажили зомбаков. Вот здесь одно, и, в принципе, вот здесь еще. Короче, две лазерные мины. Братишки, ставьте вот здесь лазерные мины. Так, все, короче, сказал паренька. Давайте вот с ВСКшечки начнем уже мочить, стрелять, вот так вот по красоте, в голову, зомбаков дамажим. И я думаю, уже стоит зайти в менюшку привилегий. Вот такая, кстати, паутинка очень классная, вам будет доступна. Всем советую использовать ее. Так. В кабинете здесь изменить нож, донат меню, квесты тоже, все, клан меню, донат меню, то есть очень много функций, как и на остальных моих зомби серверах. Так, по менюшечке привилегий, VIP меню, паки, броня, жизни, оружейки будут вот такие вам классные, доступны, просто имбовые, очень красивые, то есть, ребят, всем советую реально заходить, вот это випочка, три пушки и столько функций, и нож, и зомби-класс, вообще за 25 рублей всего лишь вам будет доступен, разве это не здорово, я считаю это безумно классно. Босс-меню давайте молнию возьмем, вот такой вот типа рельса, ВП-шка получается, опа, 2700 хп, давайте сейчас посмотрим, сколько сейчас будет, главное попасть, так, вот этот зомби, опа, вот, по 2000 хп, в принципе, снимает довольно-таки неплохо, 7100, смотрите, у него сейчас, сейчас мы выстрелим, 4500 вообще, так, быстренько, ребята, опа, и выстреливаем, и нас заразили, зомби захватили весь мир, к сожалению, ну ладно, ничего страшного. Так, идем дальше, получается. Минушечка мега у нас также. Паки, броня жизни, зверобой, кровь 1 и часовщик. Давайте, вот часовщик. АВПшка такая, она тоже с эффектами, тоже очень мощная, сносит прям неимоверное количество хп. Давайте пустим массовое заражение. Сейчас я вам продемонстрирую вообще эту ВПшку. Так, где у нас зомбаки, братишки? Вот, массовое заражение пошло потихонечку, помаленечку. 7500, так, 7100, ну по 500 хп, в принципе, сносит. Довольно-таки неплохо, считая то, что она без перезарядки стреляет. Очень здорово. Менюшка лорда, лазерка, разрушитель и ЭВП волк. Вот такая вот лазерка, ребят, тоже классная, тоже интересная. Давайте купим бесконечные патроны без задачи. И вообще прям шикарно сможем вот так вот валить зомбаков всех. В менюшке кинга здесь получается паки, броня жизни по 2500, по 250. Это очень здорово. Торнадо, бластер и флекс. Вот такой вот флекс, тоже классный. Такая вот пушка, мне она очень-очень нравится. Вот смотрите, как она дамажит просто зомбаков. Уже одного завалили. Вот реально, вот эта пушка мне безумно нравится, потому что она очень-очень мощная. И вот так вот дамажит прям зомбаков. Я думаю, вы это все видите. И особенно на спауне каком-нибудь вы сможете прям вообще быть богом сервера с этой пушкой и валить всех подряд, просто всех. И нас снова заразили. Давайте быстренько возьмем себе антидотик, ребят, по красоте. Закупим, короче, бронюшечку себе по-быстренькому. Бесконечные патроны без задачи. И давайте вот миниганчик такой классный возьмем. Дальше менюшечка арканы. Здесь пестицид, кровляной и джетпак. Джетпак вот так вот выглядит, тоже довольно-таки классненько. И пестицид, это пылесос такой, ребят, он мне очень тоже нравится, вот такой вот, посмотрите, на вот этом сервачке есть такая пушка, она очень мощная, вы, я думаю, вы также видите, и сносит тоже довольно-таки приличное количество хп, вот, как мы в зомбаков стреляем. Блин, сейчас бы взять, короче, какую-нибудь мощную, прям мощную пушку, и вот так вот выстрелить просто, там, типа гранатомета, что-нибудь такого, было бы вообще идеально. Так, с менюшечка дарка, вот, Танатос Плаза. Все, ГГ зомбакам, ребят. Смотрите, у меня счет получается 7 сейчас на 2. Сейчас, смотрите, вы офигеете от счета, какой будет счет сейчас. Это просто будет что-то чем-то. Давайте только вот сюда запрыгнем с вами, чтобы нам удобнее было стрелять. И с вот этой пушкой, ребят, это прям вот киллы за киллами делаются, потому что это одна из самых мощных пушек на сервере, ребята. Вот мы достигли 6 уровня, бонус 200 амапаков. Блин, ну красота, ребят, красота, еще подарочки вот так можем ходить, собирать, на питомцев себе копить донат рублей, и будет очень здорово, вот так вот, просто, ребят, счет уже 18 на 2, безумно классно, безумно круто и безумно интересно вот так играть, особенно вот вечером, ночью, утром, когда вы не в школе. Ну, классно, ребят, поэтому заходите, играйте, еще раз повторяюсь, конечно же, кто хочет, покупайте, будем вместе с вами играть, все ссылочки на сервачок мой будут этот, как всегда, в описании, я здесь буду стримить скоро, ребят, уже,
Скоро весенние каникулы, и будем с вами стримить. А в школу никому не нужно будет. Ух ты, мы без брони бегаем. Ё-моё, мы бессмертные, ребята, пипец просто. Так, давайте, короче, джетпак вот так выстреливаем, добиваем дальше. Я без брони ходил, у нас было 0 брони, пипец, я бессмертный, короче, ребята. Не слежу за бронюшкой своей. И вот, подарочки халявные просто собираем, паки, потом паки обмениваем на донат рубли, покупаем себе питомцев, шапочки, аксессуарчики. Смотрится будет, смотреться будет вообще, ребят, прям топчик. Ну вот, эта пушка прям вообще, я думаю, вы видите, как я уже заигрался с ней прям. Потому что реально, вот киллы за киллами делаются, и мне прям в кайф вот так играть уже 32 килла. Давайте посмотрим, что на спавне там вообще есть ли кто. Нет, здесь пару зомби только, поэтому здесь тусоваться особо не будем. Прилетим сразу же вот сюда, вот в кучку зомбаков здесь постреляем немножечко. Так, давайте на джетпаке взлетим, снова на парашютике. Вот так, киллы продолжаются, просто продолжаем их делать, в принципе, ребят. Вот так, на джетпаке взлетаем сейчас вот сюда, опа, выстреливаем, все, продолжаем дальше валить всех. 30 секунд тем временем у нас остается, и давайте посмотрим дальше, что в менюшечке есть. Менюшку Дарка я вам показал, вроде бы, Танатос Плазма, да. Дальше идет менюшечка у нас создателя, это здесь 5000 паков, 1000 брони, 1000 жизней. Выдача оружия, сможете выдавать любое оружие, также сможете брать перчатки бога, АВП Тандер, типа вот, которая сносит с первого удара, типа Драгон Лор, такая АВПшка, ребят, классная. То есть вот, всем советую брать вот эти вот пушки, ребят, очень мощные, очень крутые, очень шикарные, прям реально бомбические, можно сказать, 1900, опа, завалили, ну классно, ребят, всем советую, вот, прям вообще топчик. Давайте себя сейчас или вообще другого какого-нибудь паренька сделаем, ну вот, к примеру, дьяволом. Я вам покажу модельку дьявола, кто еще не видел на сервачке, вот такой вот здоровый дьявол просто у нас. Прям вообще просто, ребят, топовый, реально. Вот напишите в комментариях от 1 до 10, как он вам. Но мне лично безумно нравится, безумно классная моделька. Братишка, не двигайся, я тебя заскриню, пожалуйста, не двигайся, братан. Так, он меня не услышал, наверное, но я хотел его заскринить, чтобы красивый такой скриншотик получился. Было бы очень-очень классно. Вот такая моделька, и на превьюшку бы, кстати, пошло. Братан, иди сюда, не двигайся только, не убивай меня. Подойди ко мне, я тебя заскриню, на видос попадешь. Так, короче, сказал пареньку, не знаю, слышал ли он или нет. Так, окейушки, давайте. А у нас вообще граб здесь есть на этом сервачке? Я не помню просто. Bint X плюс граб. Давайте посмотрим. Я реально не помню, ребят, есть ли... Да, есть граб, все отлично. Можем сейчас тогда сюда вот подойти, короче. И, братишка, пойдем, я тебе заскриню, на видос попадешь. Братан, иди за мной сюда, пойдем на спаун быстренько. Пойдем на спаун, братан, на спаун беги. Беги на спаун, плиз. Все, короче, сказал ему, надеюсь, он вот так, я его возьму сейчас грабом. Пойдем на спаун с ним, заскринимся по красоте. Так, братан, иди сюда, заскриню тебя. Так, короче, сказал пареньку вот так вот сюда сейчас поставим. Стой, не двигайся, плиз. Так, он меня трогает, пытается убить. Братан, не двигайся, я тебя заскриню, на видос попадешь. Так, давайте, ребята, опа, не успел я заскринить, короче, его. Давайте сюда его отталкиваем. Так, не двигайся, пожалуйста, братан, не двигайся, плиз. Так, ну бляха-муха, ребята, он завалил меня. Я думал, мы мир с ним, но, к сожалению, нет, к сожалению, не получилось у нас. Вот сейчас он стоит. Иди сюда, братан, стань по центру, только не двигайся, пожалуйста, по центру стань и не двигайся. Так, ну он снова меня мочит, так, вот, пытается завалить. Давайте мы его вот сюда, все, не двигайся, братишка. Давайте вот сюда, короче, поставим, вот так вот, красивый скриншотик сейчас замутим. Так, того паренька нужно убрать будет, вот так вот поставим по красоте. Но он меня убивает, ребят, не могу заскринить, не знаю, что делать. Ладно, не будем на этом заострять свое внимание, тянуть время просто. Покажу вам дальше, что в менюшке создателя входит оружейка, стиль молнии, пила, граната сфера, вот такая вот. И зомбак ничего сделать вообще не сможет, дьявол. Вот так вот сюда бросаем гранату сферу, вот такой, и он перепрыгнуть ее вообще никак не сможет. Просто его будет отталкивать вот так. Классно, ребят, классно, я считаю.
Поэтому как-то так. Что еще? Менюшка создателя, выдача оружия, сможете джетпак, пилу, перчатки, плазм, любому игроку вообще. И также сможете выдавать любую привилегию. Вот менюшка создателя, выдача привилегий, выдать випку, босса, мега лорд, любому игроку также. Поэтому, братишки, я считаю, что это довольно-таки классный сервачок. Всем советую зайти поиграть, повыживать. Но на этом ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рамзес Сидела. Всем хорошего настроения, братва. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.